В работе заседания приняли участие глава района, его заместители, начальники отделов администрации и руководители организации. Советом были рассмотрены 8 вопросов. С докладом об основных показателях деятельности района выступила начальник отдела экономики Ольга Алексеева. По оценке 2016 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг промышленных предприятий составит 515 миллионов рублей против 495 миллионов рублей в 2015 году. Индекс промышленного производства ожидается на уровне 101%. В промышленном производстве с нарастающим итогом сработали такие предприятия, как ООО «Кургазамолоко», ООО «Ремонтник», ООО «Кургазинский завод нефтепромыслового оборудования», ООО «Коммунальник». Начальник финансового управления Альфия Зыкова проинформировала присутствующих об общих поступлениях налоговых доходов, бюджете района за 2017 и на плановые периоды 2018 и 2019 годов. Общий объем доходов бюджета муниципального района Кургазинский район, определенный на основе действующего законодательства с учетом ряда планируемых изменений на федеральном и региональном уровне, планируется на 2017 год в сумме 456 миллионов 354 тысячи 400 рублей. Депутатами на встрече было утверждено соглашение о передаче сельским поселениям части полномочий района и имущества Ермолаевского сельсовета в муниципальную собственность. Также был определен коэффициент базовой доходности по улицам районного центра и населенным пунктам. Глава администрации подчеркнул, что, несмотря на кризисные условия, район будет продолжать развиваться.